Всем привет! Меня зовут Лариса Лина, и сегодня я хочу поделиться с вами еще одним простым абстрактным дизайном. На непросушенную подложку из BB-крема 8.3 я наношу мазки гель-лаком в оттенке 2099. Мазки расставляю хаотично, сразу на все 5 пальцев, после этого отправляю на просушку в лампу. В это время смешиваю на палитре черный гель-лак в оттенке 1042 и топ-финиш. Добавляю вот такие полупрозрачные черные мазки и полимеризую в лампе. Оттенком гель-лака Non-Lac 2081 я добавляю свечение. После этого гель-лак следует просушить в лампе не менее 30 секунд, и я перекрываю дизайн топом Velvetex. Топ сушим в лампе не менее 30 секунд, и после этого можно приступить к прорисовке черной тушью в оттенке L002. Полимеризуем в лампе не менее 30 секунд, и дизайн готов. Вот так все просто. Как всегда, оставляйте в комментарии несколько значков, если урок оказался полезным.